Гороскоп на 15 мая 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. В понедельник Овна ждут непростые и ответственные дела, но справиться с ними удастся отлично. Важно настроиться на серьезный лад. Не ждать, что все получится само собой. Сегодня от вас требуются решительные действия и настойчивость. Окружающие во многом помогут, но только если будут точно знать, чего вы от них хотите. И не скупитесь на благодарность, иначе кто-то может затаить обиду. Этот день хорошо подходит для решения организационных вопросов. Будет возможность навести порядок в семейных делах, положить конец спорам и разногласиям между близкими. Личный гороскоп. Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности, переосмыслить накопленный опыт. Сегодня наступило как раз то самое время, когда стоит начать работу над осуществлением давнего делового проекта, до которого давно не доходили руки. Это принесет должные плоды. Учтите, что сейчас залог успеха – ваше близкое и дальнее окружение. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Этот день для Овна полон сюрпризов и неожиданностей. Если в работе проявите творческие способности, то заметно вырветесь вперед, доказывая свое мастерство даже самым опытным коллегам. Гороскоп советует Овну посвятить время самообразованию, освоению новой информации и укреплению связей с партнерами. Не идите наперекор судьбе в личной жизни. Гороскоп «Дом» на сегодня. Личные дела Овна равны, но не более того. Полному единению с любимым человеком могут мешать недостатки такта, душевная черствость, которые периодически будут провоцировать конфликты в семьях. Не занимайте двойственную позицию в отношении близкого человека, не пытайтесь ускользнуть от своих обязательств. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. В отсутствие тревог и суеты Овны сегодня вплотную займутся своим внешним видом. Для начала вы решите привести в порядок свой гардероб. В понедельник не требуйте от окружающих слишком многого. Возможно, им сегодня трудно будет понять и оценить по достоинству ваши оригинальные идеи, но это не беда. Как только вы начнете воплощать задуманное в жизнь, станет ясно, что успех не за горами. Тут-то помощники и подтянутся. Вторая половина дня порадует удачными совпадениями. В это время могут решиться вопросы, долго не дававшие вам покоя. Благоприятна финансовая картина, можно делать крупные покупки. Даже если вы приобретете вещи, которым так и не найдется применение, жалеть об этом не придется. Личный гороскоп. День неудачный для деловых контактов. Постарайтесь не назначать совещаний или деловых встреч. Из-за эмоциональной подавленности вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Будьте готовы к мелким ссорам. Возможно, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Не пытайтесь переложить собственную вину на других. Чтобы не натворить глупостей, прислушайтесь к советам близких друзей и примите их помощь. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Тельцу предложат обучение в новой профессиональной сфере. Если вы давно мечтали об этом, то не нужно пятиться назад. Начальство оценит ваше трудолюбие и оригинальные идеи, поэтому можете в конце дня рассчитывать на премию. В любви Тельцу нужно умерить свои амбиции и чрезмерный эгоизм. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день символизирует взаимопомощь, сострадание. Многие Тельцы завершат год в поездках. Возникнет желание навестить дальних родственников и помириться со старыми друзьями. Если вы ни с кем не подружились, не завели новые связи, то постарайтесь сделать это незамедлительно. Будьте проще, улыбайтесь, займитесь общественными делами, и люди откроют вам сердца. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Тельцы встретят утро этого дня в крайне дурном настроении. Сегодня у вас так и не появится желание вступать с кем-либо в контакт. Окружающие быстро поймут, что вас лучше не трогать. В понедельник легкий плодотворный день. Во многих делах можно добиться успеха. Вы любознательны и не стесняетесь задавать вопросы, поэтому вовремя получите информацию, которая позволит принять правильное решение. Друзья охотно помогают во всем, поддерживают все ваши идеи и делают интересные предложения. Возможны успехи в учебе. Вы быстро запоминаете все, что нужно. Стоит проявить инициативу в личных отношениях. Это окажется полезным и своевременным. Человек, который давно вам дорог,
порадует приятным сюрпризом или неожиданным признанием. Личный гороскоп. Энергетически мощный день. Соблюдайте осторожность и осмотрительность при выполнении любого дела. Вероятны резкие смены настроения, чувство усталости, раздражительность. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой ваше финансовое положение ухудшится. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп советует близнецам искать надежных партнеров в бизнесе. Даже если вы считаете себя опытным и всезнающим, то вам все равно не решить в одиночку все финансовые и юридические проблемы. Мобилизуйте все свои силы, тогда успех не заставит себя долго ждать. Вечером близнецам придет предложение на участие в крупном мероприятии. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует непонимание, размолвки, обиды. Поскольку вы оба предпочитаете скрывать свои мысли, объединиться вам вряд ли удастся. Вполне возможно, что только к концу года вы сможете наладить свой привычный быт и ритм жизни. Вам лучше других известно, почему в семейных отношениях никак не удается добиться стабильности. Не прячьте голову в песок, принимайте меры. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы получат заслуженные дивиденды своих прежних усилий. Не исключено, что сегодня начальство примет решение повысить вам оклад, перевести на более престижную должность или отправить вас на иностранную стажировку. Понедельник в первой половине дня шансы добиться успехов будут заметно выше, если вы подойдете к делам творчески. Неожиданные решения и смелые эксперименты оказываются удачными, благодаря им вы быстро достигаете цели. Возможны денежные поступления, в том числе значительные, а также сделки, которые вскоре принесут большую прибыль. Все крупные покупки лучше делать до обеда. Во второй половине дня придется потрудиться, потому что на пути могут возникнуть преграды. Не исключены разногласия в семье. Не позволяйте недоразумениям и взаимным обидам испортить отношения надолго. Личный гороскоп. Это самый подходящий день для решения профессиональных вопросов. Звезды обещают, что именно с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Распределите свои силы так, чтобы их хватило надолго. Велика возможность счастливого случая, в результате которого ваше финансовое положение улучшится. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Рак». Рак будет весь день грустить и мысленно прокручивать ситуацию, которая произошла накануне с возлюбленным. Если вы поругались по вашей вине, то первым идите на примирение. Раку лучше не попадаться на глаза шефу. Особенно, если порученный вам проект еще находится в начальной стадии. В конце дня возможна головная боль и слабость. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня велика вероятность простудных и инфекционных заболеваний. Избегайте общественных мест. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Раки в этот день не смогут остаться в стороне от насущных проблем окружающих. Ваша помощь потребуется и коллеге, завывшему подготовить доклад, и младшим членам семьи, которые не смогут самостоятельно сделать уроки. В понедельник рабочие проблемы решаются гораздо быстрее, чем вы ожидали. Отчасти это связано с тем, что ваш авторитет растет на глазах, и многие прислушиваются к вашему мнению. Другая причина заключается в том, что вы очень энергичны и деятельны, с азартом беретесь за сложные дела, ничего не откладываете в долгий ящик. День подходит для оформления документов, посещение государственных организаций, контактов с чиновниками. Не исключены денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Вы купите то, о чем давно мечтали. Личный гороскоп. Благоприятный день, однако звезды не рекомендуют активной деятельности в профессиональной сфере. Удача может отвернуться в любой момент. В отношениях с коллегами избегайте резких суждений или нелицеприятных высказываний, о которых вам потом придется жалеть. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Сегодня перед Львом стоит ключевая задача – не упустить возможности сделать карьеру. Внимательно рассматривайте все предложения, контракты и бизнес-планы. Гороскоп предсказывает отличное положение с деньгами, которое поступит вам во время и в нужном количестве. Если Лев раньше не верил в любовь с первого взгляда, то сегодня у него есть шанс изменить свое мнение резко и бесповоротно. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что вам повезет найти единомышленников для совместного творческого проекта. В деловой сфере удастся подписать договор на выгодных условиях. Чтобы сделка не сорвалась в последний момент,
ведите себя спокойно и уважительно. Вы найдете общий язык с любым человеком, если проявите широту взглядов. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львам сегодня на некоторое время потребуется побыть в тишине и одиночестве. После того, как вы сможете вернуть свой нормальный эмоциональный настрой, вы приметесь за дела и попутно станете расточать комплименты своим сослуживцам. В понедельник день не так прост, как хотелось бы, но вы настроитесь на позитивный лад и справитесь со всеми проблемами. Главное – не терять оптимизма, если приходится менять планы и откладывать задуманное. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым вы узнаете нечто важное и поймете, как действовать дальше. Будет шанс повидаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Избегайте намеков и недомолвок, только искренность поможет наладить отношения с теми, кто вам дорог. Личный гороскоп. Энергетически мощный день. Неожиданно для себя вы можете увлечься чем-то необычным. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Избегайте выяснения отношений. Будьте осторожны, вторая половина дня опасна травматизмом и несчастными случаями. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Деве нужно обязательно четко распланировать свой день. От этого зависит многое – карьера, деньги и даже личная жизнь. Не грубите и не критикуйте близких людей, особенно если они этого мало заслуживают. Иначе разразится бурный скандал. Со здоровьем у Девы могут быть проблемы, если она весь день будет питаться одними бутербродами. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможно, в первой половине вы будете очень заняты, поэтому такие мелочи, как любовные увлечения, будут недостойны вашего внимания. Не принижайте значение благополучия в личной жизни. Семейные ценности могут быть для вас важнее карьерных достижений. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам сегодня очень опасно заниматься самолечением. Особенно много проблем вы обретете, если, почувствовав легкое недомогание, откажитесь посещать врача и обратитесь к помощи народной медицины. В понедельник день непростой, но серьезных ошибок можно избежать, если действовать осторожно. Не спешите, старайтесь спокойно обдумывать каждый шаг, замечать то, чего не увидели другие. Особенно это важно на работе, потому что тут вероятность трудностей велика, а промахи могут обойтись дорого. Хорошая новость заключается в том, что вторая половина дня все же будет проще и приятнее первой. В это время возможны значительные перемены к лучшему в личной жизни. Но произойдут они только в том случае, если вы проявите инициативу. Личный гороскоп. Желание расширить сферу деятельности не будет подкрепляться реальным взглядом на происходящее. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого. Ваши действия могут носить импульсивный характер, а события дня не раз поставят вас в тупик. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Гороскоп советует Весам сосредоточиться на важных делах и быстро реагировать на любые ситуации. Вы возьмете высокий старт в бизнесе, что чревато хорошими прогнозами. Прибыль окажется в руках Весов, если они не упустят момента вложить деньги в выгодное предприятие. В отношениях с близким человеком займите нейтральную позицию или промолчите. Гороскоп «Дом» на сегодня. Влияние планет создаст напряженную обстановку дома. Отношения с близкими грозят зайти в тупик. Скорее всего, причины проблем кроются в вас самих. Не исключены недоразумения с товарищами и сослуживцами. Лучше ничего не предпринимать во избежание ошибок. Любовный гороскоп на сегодня для Весов. Весы сегодня будут очень подозрительно относиться к поведению любимого человека. Примерив роль Шерлока Холмса, вы рискуете зайти так далеко, что вторая половинка сильно обидится на ваши действия и возьмет тайм-аут в отношениях. В понедельник день как будто специально создан для того, чтобы вместе с проверенными союзниками взяться за какое-то новое дело. Нет помощников? Не беда, начинайте сами, желающие поучаствовать скоро подтянутся. Правда, успех придет не сразу, но терпение вам не занимать, так что особенно беспокоиться не стоит. Возможны денежные поступления. Они вряд ли будут особенно крупными, но окажутся кстати, позволят купить то, о чем вы давно мечтали. Отправиться в небольшое путешествие или просто весело провести время в компании интересных людей. Личный гороскоп.
тяжелый, критический день. Он пройдет достаточно напряженно. Вам будет трудно сохранять спокойствие. А это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Сегодня нужно быть ближе к воде, желательно посещение бассейна. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Скорпиону в этот день нельзя терять самообладание. Иначе конкуренты его подсидят, в завистнике обведут вокруг пальца. У вас появится желание кардинально изменить внешность. У Скорпиона отлично пройдут совещания, конференции и симпозиумы. Вечер в семье, а также не забудьте прогуляться перед сном. Гороскоп «Дом» на сегодня. У вас прибавится хлопот по дому. Вы станете больше времени и сил уделять питанию, чистоте и порядку в своем жилище. Домашние останутся вами довольны, а в отношениях появится больше нежности, теплоты и доверия. Совсем неплохая идея – съездить всей семьей отдохнуть. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионов будет мало интересовать внешняя сторона тех или иных вопросов. Вы захотите любую проблему понять изнутри. Этот подход принесет положительный результат, и уже этим вечером вы сможете в этом убедиться. В понедельник вы внимательны и осторожны. Это очень хорошо, потому что даже мелкие ошибки, допущенные сегодня, могли бы иметь очень неприятные последствия. Не спешите тратить деньги на пустяки, позже они пригодятся для чего-то важного. Против запланированных приобретений звезды ничего не имеют, а вот от спонтанных покупок лучше воздержаться. Вероятны приятные знакомства. Они могут получить романтическое продолжение, если вы не растеряетесь и проявите инициативу. Старайтесь не переутомляться. Сегодня стоит поберечь себя, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Личный гороскоп. Энергетически мощный день. Сегодня любое дело потребует особенной осторожности. Со вниманием отнеситесь к коммерческим сделкам. Ваше финансовое положение находится в нестабильном состоянии, поэтому звезды не рекомендуют рисковать или пускаться в явные авантюры. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой вы понесете потери. Не исключено, что вам предстоят некоторые изменения в служебном положении, однако только от вас зависит, вниз или вверх по служебной лестнице. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. В этот день Стрельцу нужно свести объем работы до минимума, а также не болтать лишнего в коллективе. В личной жизни вы слишком недоверчивы по отношению к партнеру, что может обернуться ссорой. Перед тем, как подписывать документы о покупке или продаже недвижимости, согласуйте вопросы с юристом. Гороскоп не советует Стрельцу отправляться в дальнюю дорогу. Гороскоп «Дом» на сегодня. Жизненный потенциал Стрельцов будет достаточно высоким, что позволит им проявить максимум своих духовных и интеллектуальных способностей. Это время весьма благоприятно для самых разных дел. Следует все же помнить, что многим представителям этого знака надо быть очень осмотрительными и не рисковать понапрасну. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. У Стрельцов сегодняшний день пройдет достаточно ровно. В служебных вопросах вы проявите себя как настоящий профессионал, а по возвращению домой услышите много лестных отзывов от соседа, которому вы поможете в том или ином бытовом вопросе. В понедельник очень плодотворный день. Удастся решить многие важные вопросы, справиться с делами, которые долго не получалось довести до конца. Работать придется больше, чем обычно, но вы едва ли станете жаловаться, ведь и вознаграждение за труды окажется более щедрым. Возможно, заманчивые предложения о сотрудничестве. Много хорошего для вас сделают женщины, особенно если вы попросите их об этом. Без стеснения рассказывайте о своих трудностях, вы получите и поддержку, и советы. Вторая половина дня обещает интересное знакомство. Личный гороскоп. Не исключено, что сегодня возникнут обиды или разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Несмотря на то, что данный период благоприятен для самореализации, проявления талантов и самовыражения, межличностные отношения будут крайне неустойчивыми. Не следует выяснять отношения, ввязываться в споры, настаивать на своей точке зрения. Это ничего, кроме взаимного раздражения, не принесет. Будьте осторожны, вторая половина дня опасна травматизмом и несчастными случаями. Сон исполнится через 4 дня. Лекарство – больница во сне, к встрече с коварством или к неприятностям. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог.
Козерогу будет трудно настроиться на рабочий лад. Все ваши мысли заняты финансовыми проблемами, из-за которых в семье часто случаются ссоры. Если есть возможность, то зайдите на сайт вакансий в интернете. Возможно, что найдете для себя что-нибудь подходящее и хорошо оплачиваемое. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козероги сегодня полностью отгородятся от коллег. Замысел, который вы так бережно вынашиваете втайне ото всех, действительно способен стать причиной вашего карьерного взлета. В понедельник спокойным день вряд ли будет, да и неприятных моментов не удастся избежать. Часто проблемы связаны с работой, возникают разногласия с коллегами, задержки в делах заставляют нервничать. Но вам удастся взять ситуацию под контроль и изменить ее к лучшему. Стоит прислушаться к советам старых знакомых, опытные люди подскажут, как лучше действовать. Хорошо складываются поездки, особенно деловые. В дороге можно завязать полезные знакомства или почти случайно получить информацию, которая вскоре пригодится. Личный гороскоп. Активный творческий день. Помните, что тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, это удел семейных водолеев. Не идите на поводу у своих иллюзий, это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Будьте справедливы по отношению к близким. Научитесь признавать свои ошибки. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Внутренний голос Водолея сегодня может давать не лучшие рекомендации и подсказки. Поэтому вам необходимо действовать по обстоятельствам и ничего не бояться. Гороскоп обещает взаимовыгодный контракт, который даст Водолею возможность продвинуться вперед по карьерной лестнице. Вечер в кругу семьи – то, о чем вы мечтали. Любовный гороскоп на сегодня для Водолеев. Любое тщательно спланированное мероприятие принесет сегодня Водолеям лишь разочарование и гнев. Мелкая досадная оплошность станет причиной вашей неудачи, а также сильнейшего стресса. В понедельник – отличный плодотворный день. Вы успеете многое сделать, добьетесь отличных результатов там, где другие потерпели неудачу. Старайтесь не переоценивать свои силы, беритесь только за то, с чем сможете справиться самостоятельно. Люди, еще недавно обещавшие вам помощь, едва ли смогут сдержать слово, будут слишком заняты. Будет много важных разговоров. Сейчас вы можете найти общий язык даже с теми, с кем прежде не удавалось поладить. Однако имейте в виду, взаимопонимание – дело временное, отношения вскоре могут вновь испортиться. Личный гороскоп. Активный и напряженный день. Круговорот событий сегодня поглотит вас целиком. Вы окажетесь всем нужны. Возможно, что вас привлекут к решению своих проблем родственники и друзья. Подумайте о том, что для вас важнее и кому вы нужнее. Вы можете заняться благоустройством своего дома, квартиры, решить вопросы с охраной жилища. Уделите немного внимания и себе, и своему здоровью, но не оставайтесь долго в одиночестве. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Рыбам в этот день захочется одного – резко изменить жизнь. Увы, это невозможно, но некоторые вещи все-таки поддаются трансформации. На работе дела идут успешно, но больших денег вы увидите не скоро. У рыб возможно знакомство с человеком, который кардинально повлияет на их мировоззрение и принципы. Гороскоп «Дом» на сегодня. Предписана осторожность тем рыбам, кто страдает заболеваниями печени и желчного пузыря. Вам нужно беречь печень от негативных факторов. Нельзя увлекаться жирной, слишком сладкой и обильной пищей, значительным количеством спиртного. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбам сегодня необходимо тщательно проверять источники полученной информации. Не доверяйте даже тем сведениям, что вы получили от авторитетных людей. Осторожность поможет вам избежать массы крупных просчетов. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!